Он она говорю все мне, на меня, да? Потом у вас ручки будут свободные, вы их можете вытащить уже как угодно. Просто слушай, моя. Самое главное, это вообще. Ну да. Стоять, бежать и. Так, а потом я могу а руки потом отпустить. Тебе, еще, а потом да? тебе скажут, когда Выше? Сесть, ты вот да. себя посадишь, а потом да. можешь руки отпустить. Вот а я вы... могу отпустить и могу взять двумя да, руками, например. Дима, повтори. А потом, когда вы будете садиться, тебе опять скажут там, держись. Тебе нужно из подвески встать, чтобы когда вы садились, ты не на попу плюхнулась, там ноги себе не повредила, ничего, просто только на ножки взяла. И когда вы будете садиться, ты на ножки приземлишься и пойдешь вперед. И все будет супер. Поняла? Ты главное не бойся, ты все. Нет, я ничего не поняла. Дай тебе все скажу. Паш, ты же все скажешь. Моя женщина. Так, чего сейчас будем делать? Ножку одну вперед выставить. Все, и упирайся сейчас, эта штука натянется, ты упирайся, не давай нас сорвать вместе. Когда скажут убежали, начинаешь бежать прямо за тросом, и ты увидишь. В другую сторону ты просто начинаешь побежать. Впереди. Давай, давай, давай. Вот ты выбежишь. Бежать? Насколько быстро? Да. Я почувствую, да, насколько быстро? Да, ты все почувствуешь. А вот руки не надо. Камеру включили? Вроде да. Спросим, поговорить. Ю-ху! Вроде да. Вроде я включил. А если я что-то неправильно сделаю? Они запомнят нас, молодые не просили. Все, давай, готовься, сейчас полетим. Подвинем сюда. На зеленые домики, если автобуса не видишь, на зеленой крыше курс. Беги, 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 беги. Осторожно. А что случилось-то? Что? Что это? Стоит? Понял.